Так, мы уже почти у цели, нужно как-то незаметно спуститься. Так. Ты давай аккуратно там на меня не насядь. Да. Я вижу. Не-не-не, надо очень. Фу, тут такая вода зеленая, стрёмная. Жесть. Главное, может, там... Может, это прыгнуть, слушай? Никаких тварей не встретить. Давай еще немного спустим. О, боже, я уже кого-то там вижу. Фу, что где, это? Где, ты где, видишь? Тут здесь никого не должно быть. Тут же никого не должно быть. Тут же вот это там забытое богом место. Что здесь? Кто здесь? Эй, а что здесь люди делают? Ты видишь где? Это? Где? Тихо, нам нужно прыгать, нужно прыгать, нужно прыгать. Тихо. Это такие же, как мы, наверное. Это такие... Да, мы здесь не одни. Кто бы мог подумать, что об этом месте еще кто-то вспомнит. Кому вообще нужна эта сфера? Ты берешь кого? Этого белобрысого или того с бородой? Да все равно кого. Где ты вообще есть? Я вот за тобой плыву. Ладно. Тихо. Да, я беру вот этого. Умри. Есть. Так. Тихо. Давай. Потому что сейчас. Ладно, я этого беру, потому что он уже хочет меня убить. Все. Разобрались. А, ты чё? Чё это такое? Что это здесь происходит? Что это? Где она взялась? Чупака. Не. Я горю. Ты чё за пещера? Огонь. Тихо. Крипер. Умри. Что происходит вообще? Давай. Эй, зомби. Какая-то жесть тут творится. Так, забирай вещи, да сваливаем. Отсюда. Так, это твое, это мое. Так, я прикрою, ты все забирай. Давай, я... Ой, я их сейчас убью. О, боже мой, что здесь так, брать? Пошли. О, да что ж такое, что за напасть? Подожди, Фредик. Да что такое, иди отсюда. Всё, иди. Я забрала давай немного быстрее. Еды. Всё. Куда идти? Бери лодку. Есть? Я вижу одну лодку. Лодку я взяла себе лодку. Приплыло. Я взяла лодку. Так, ставь лодку. Уматываем отсюда. Уматываем. Хорошо. Где твоя лодка? А что же они здесь делали? Вот моя лодка. Я уже взял. Погнали. Ты знаешь, куда ехать? А вот туда пойдем. Да, вижу. Что происходит? Кто-то разрушил мою лодку. Ай, мы без лодки. Мою лодку плыви, Вика, плыви. Так, я плыву. Ты плывешь? Да, я плыву только куда? Смотри, монстры. Умри. Что происходит? Видишь вообще меня? Где? Нет. Так, тихо. А, ты не туда поплыла. Я тебя вижу. Что такое? Кто меня бьет? О, боже кто мой, тут бьет? Такие огромные вот. Монстры. Ты давай, видел этого? Быстро. А, так. Нет. А что ты такое, тихо, умри? Тихо. Я лучше буду под водой плыть. Кто так, от меня что мной, хочет? Давай за мной. Я тебя не вижу. Вот, я рядом. Смотри. Все, вот, я вижу, вот, вижу. Вот. Давай. Вот это поворот. Я думал, как разобраться? Вот это, что такое вообще? Как разобраться с этим огромным монстром? Тихо, все, я разобралась. Не знаю, я тихо. Сзади. Это о. А это здесь, что такое? А, у меня же нет заряда. Тихо. Умри. Отстань. Перезаряжаюсь. Я не могу перезарядиться. Здесь. Тихо. Так просто плыви. Пускай они все идут отсюда вообще. Так, продвигайся дальше. Боже мой, здесь просто жесть. Так. Подожди, это столько охраны в этой маленькой сфере? Я вообще ничего не могу понять. Это что ж такое? Иди сюда. Вот. Так, над нами еще одно. Так, я тебя не вижу, ты давай догоняй меня. А, ты что удумал? А ну, пошел вон. Так, я уже спустилась, я возле тебя. Что это такое? Фу, какие страшные твари. Так, ладно. Так. Я сейчас тебя ушатаю. Давай. Так. О, я вижу, там можно с воды уже этой выбраться, наконец-то. Фу, наконец-то. Сколько же здесь мерзости, фу. Зато я теперь понимаю, почему те ребята никуда дальше не пошли. Так. Одного потому нет. Что это нереально, в принципе. Все, мне нужно перезарядиться. Я горю, но я в воде. Так. Ай, мне тоже тот, как не вовремя. Фредик. Тихо. Ты живая? Я забрался. Ты где вообще? Я вот. Да, ты где? Не, сзади, Фредик. Что же это такое? Тихо. Живо. Так, горю! Горю! Тихо, не горю. Воду. Mm.
нормально. Так. Все спокойно. Ты где? Куда нам идти? Поднимайся. Они здесь спали. Не знаю, прямо. Давай. Так, ладно, давай просто с воды этой выберемся. Просто же скач, умри. О боже мой, еще крипер. И крипер умри. Эй, как выбраться? Вика, там тебе просто нереально. Оточили. Так, продолжаем наш путь. Нам нужно довести это дело до конца. И интерес в том, что у меня больше нет патронов, я так понимаю. Так это только начало, до какого конца? У меня есть, в принципе, пистолет какой-то. Могу у меня дать. Есть пистолет, но он не заряжен. Я набрала всяких разных, но не подходит. А держи, вот, наверное, к этому, там еще был один. Так. О, наверное, всё это есть. А я, давай я тебе свои дам, те, что я набрала. Да у меня, это ж патроны к твоему, я тебе только что его отдал. Так, окей. Держи. У меня так, просто так. Нету к чему. Что здесь вообще? Что это за идём. Место странное? Такое? Куда? А куда идти? Я думаю, не помню. Нужно... Аккуратно. Ты видишь? Шипы? Подожди. О! Да, ты что такое? Аккуратно. Вот где? Очень аккуратно здесь стрелы. Вот по бокам стрелы в стене. Ай! Тихо. Фредик. Это кто еще такие? Где они здесь взялись? Ого. Вы кто, ребята? Ты что? Эй, аккуратно. А ты что? Ой. Спасибо за помощь, прости. За то, что ты по меня... Что это за... Ого. Ой. Эй! Уходи, Вика, уходи. Что? Ты меня... Где они взяли здесь? Тихо. Это капец какой-то. Тихо. Тихо. Эй, аккуратно. Тихо. О, боже мой, что такое? Что это такое вообще? Так, идем. Что это за место? Здесь какое-то как жертвоприношение. Сзади. Опять. Так, 1, 2, 3. Есть. А куда дальше? Здесь некуда идти. Подожди. Что это за пьедестал? Это какая-то... Фу. Как жертвоприношение, я говорю. Только здесь тупик. 300 этому, наверное, скелет. Здесь тупик и везде лава. Тупик. И здесь тупик. Хотя здесь явно был мост, и там явно был проход. Подожди, да, реально. Здесь обломанный мост. Вот это мой крюк. Подожди, у тебя же был крюк? Да, у меня есть крюк. Сейчас попробуем. Сейчас. О, есть один. Есть! Мы на месте. Тихо. Отлично. Отлично. Так, подожди, Лара, как Крофт дальше? В деле. Так. Куда дальше? Спускаемся вниз. Может, здесь где-то есть какой-то пролом. Фредик, что ты делаешь? Пролом? Вон. А подожди, сейчас они нас будут атаковать. О, я вижу, слушай. Может, здесь можно пролезть? О, давай за мной, пускай. Они здесь не пройдут все равно. О. Ты уверен? Слушай. Надеюсь. Так. Ух ты ж. Так. Вот это да, вот это же мы влипли. Пошел вон. Так. Давай. Есть? Стой. Что это? Что это такое? Что это за место такое? Кто это там? Так, я упал куда-то. Слушай, я думаю, нам нужно набраться сил. Согласен абсолютно. Где-то здесь. Я думаю, спустимся. Нам нужно где-то переждать немного. Правильно. Вот так. Чтоб нас никто сейчас. Нигде не видел. Вот так. Всё. И поесть немного. Фух. Ты факел поставил? Ну, на всякий, ладно, беру. Я думаю... Это всё равно светло. Я думаю, здесь стоит переждать перед важным событием. И перед захватом. Это да. Остаемся здесь. До новых встреч.